мы с Катей расстались. И это не шутка, это не кликбейт. Катя сама меня вчера попросила об этом сказать. Расстались мы с ней примерно месяц назад. Она уже где-то недели три живет в другой квартире. Это если прям в лоб вам говорить. Ну, и когда я сегодня сказал, Катя приехала погулять с Марти, наверное, стоит задуматься, откуда Катя приехала, если Катя должна жить со мной в квартире, да? Ну, то есть... И в принципе, если многие следят за моим инстаграмом, если многие следят за инстаграмом Кати, если многие следят за моим телеграмом, за телеграмом Кати, те видят то, что Катя в принципе живет в другой квартире, и как бы должны были появиться вопросы давным-давно, вот. И когда они начали появляться вопросы эти, мол, Катя, а где ты находишься, почему у тебя в инстаграме нет... Эда, почему у меня нет Кати, почему Катя последний раз на стриме была, наверное, месяца 4 назад, если даже не больше. Ну, как бы, вот почему. И Катя уже не живет со мной. Где-то полмесяца назад она переехала на другую хату. Мы за наши отношения ссорились очень много раз. Очень много, как и обычные, ну, все люди друг с другом срутся. Даже лучшие друзья. Но, как бы... Мы не из того типа людей, которые сразу же расходимся. Но сейчас, как бы, это окончательное решение. Да, мы расстались, и просто, ну, чтобы меньше было вопросов. Все. Что произошло? Я говорю, совершенно ничего критического не произошло. Просто, ну, если вкратце, мы слишком сильно друг другу начали пилить мозг. И просто надоело. Ну, настолько надоело, что мы там уже ссорились по два раза в неделю и просто, ну, уже друг от друга перегорели, и оно так бывает. Может, мы когда-нибудь сойдемся, а может, нет. Ну, как бы, в любом случае, сейчас надо время на то, чтобы отдохнуть друг от друга, и это логично. Мы сначала отдохнем друг от друга, посмотрим спустя какое-то время, там, ну, вдруг... Любовь снова воскресится или что-то вот в этом роде. Я не знаю. Скорее всего, то мы точно расстались, волчонок, на 100%. Мы не отдыхаем друг от друга, то, что мы разъехались. Мы расстались 100%. Мы остались хорошими друзьями. Мы с ней видимся, наверное, там или почти каждый день, или раз в два дня мы видимся. Катя очень часто приходит, гуляет с Марти, но мы не знаем. То есть, ну... Катя полностью свободный человек, как и я сейчас полностью свободный человек, и мы друг другу ничего не должны.